Основа всех пицц – это, конечно же, тесто, приготовленное заботливыми руками по выверенному рецепту. Оно бродит в холодильнике около суток. Позже, согласно заказу, заполняется ингредиентами – колбаса, курочка, грибы, оливки, помидоры и, конечно же, сыр. В определенных пропорциях все это выкладывается на тесто и измеряется весами. Ну а дальше самый жаркий момент всего процесса. Проследить, чтобы пропеклось, но не подгорело – дело важное. Им занимаются настоящие мужчины. Еда на заказ – это всегда риск, ведь никто не знает, как ее готовят. Теперь вы знаете. Персонал пиццерии не приступает к работе без спецодежды, инструктажа и осмотра, а ингредиенты для блюд обязательно маркируются. Все наши продукты, которые мы используем для приготовления пиццы, они имеют сертификаты, а также на нашу пиццу имеется декларация, которая свидетельствует о качестве и безопасности нашей продукции. Когда все готово, упаковано и подписано, курьер отправляется доставлять. Кстати, приедет он в течение часа с момента заказа. Я хоть и не Елена Летучая, но твердую пятерку читер-пицца ставлю. Ульяна Токарева, Валерий Широков, ЗапТВ.